Сегодня мы свяжем большую валентинку с розочкой внутри. И нам потребуется вот этот цветочек, который мы вязали на одном из предыдущих уроков. Ссылку я поставлю вниз в описании, если не забуду, а вы мне напомните. И с нижней стороны вот этого цветочка находятся петельки, за которые мы и начнем вязание. Берем ниточку другого цвета и провязываем первую петлю. Крючок вытаскиваю и вдеваю вот сюда, в основание цветочка. Теперь протаскиваю эту петельку внутрь. И можно начинать вязание. Провязываю 3 воздушные петли. Затем в ту же самую точку столбик с накидом. И после этого в каждую петлю основания по 2 столбика с одним накидом. Вот круг провязан. Соединяем первую последнюю петлю соединительной петлей. В следующем ряду вяжем 1 воздушную петлю и в следующую петлю столбик без накида. А далее провязываем столбик с 2 накидами, затем еще 1 столбик с 2 накидами в ту же самую петлю и затем по 1 столбику с накидом в каждую петлю. Я провязала, сейчас до конца осталось 3 петли и провязываем 2 столбика с одним накидом в следующую петлю, 1, 2, затем столбик без накида и соединительная петля в последнюю петлю этого круга. Теперь переворачиваем работу на другую сторону и будем вязать в другую сторону. В первую петлю провязываем столбик без накида. Далее в следующую петлю 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И после этого туда же, в ту же самую точку, провязываем столбик с 2 накидами. В дальнейшем вяжем по 2 столбика с 2 накидами в каждую петлю. Вот 1 и 2. И так вяжем до середины ряда. Вот здесь у меня серединка ряда. Не довязывая 1 петлю до серединки, вот здесь у меня серединка, я провязываю в следующую петлю полустолбик с 3 накидами. То есть 2 петли вместе, потом 2, а потом 3 петли вместе. И в ту же самую петлю я провязываю столбик с 3 накидами. Затем 2 воздушные петли. И в следующую петлю то же самое. Столбик с 3 накидами. И затем полустолбик с 3 накидами в ту же самую точку. И тут 3 петли вместе. Далее вязание продолжается так же, как мы вязали, по 2 столбика с 2 накидами в каждую петлю этого круга. И так повторяем по 2 столбика. И вот я уже заканчиваю ряд, осталось 2 последние петельки. И в предпоследнюю петельку провязываю 1 столбик с 2 накидами. Затем 2 столбика с 1 накидом. Ту же самую точку. 1, 2. И в следующую петлю столбик без накида.
центр будет соединительная петля. И затем в дальнейшем по краю обвязываем столбиками без накида по одному столбику в каждую петлю. Так вяжем половину сердечка. Вот я довязала до нижней точки сердечка, и здесь провязываем 2 столбика без накида вместо одного. И далее вяжем снова вторую половину сердечка по одному столбику без накида в каждую петлю. Я уже обвязала, и в самую последнюю петлю вяжем соединительную петлю. Затем провязываем еще один ряд обвязки и тоже вяжем столбики без накида по одному столбику в каждую петлю. В нижней части сердечка провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и в следующую петлю снова столбик без накида. Далее вяжем столбики без накида в каждую петлю основания до конца. Сердечко получилось большое, в него вложена душа, и тот, кому вы его подарите, это обязательно оценит. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!